Школьники области шагнули в будущее. Сегодня в Тюмени назвали победителей областного форума молодых исследователей. В этом году он собрал около 300 участников, которые соревновались в 19 номинациях. Больше всего работ было представлено на секции инженерно-технических наук. В этом году ребята разработали устройство для зарядки телефона, электромагнитный ускоритель и даже багги. Багги была сделана из стандартного автомобиля ВАЗ-96. Мы, получается, выпилили между поперечными лонжеронами 500 мм днище, две половинки состыковали, сварили и изготовили каркас безопасности, раму, обшивку корпуса, ну и остальные части, нужные для автомобиля. В этом году дипломами отметили около 60 участников. Все они получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.